А, Слав, так чего мы не можем, например, в пятером стоять в лужах сзади? Так, а мы, получается, перед боссом из-за чего умерли? Ага. У него фаза есть или только одна? Только вот это то, что мы бьем. А, ну если все слаженно сделать, то тогда, блядь, можно убить легко его. Но метку увидел, сразу вынести надо, блядь, прям мгновенно начать. Не, кинулась тоже в меня, когда я вблизи стоял. Но сокрушение Да, ДБМ там пишет, еще что... была мили, это уже была. Это сокрушение в этом, в РЛК, короче, Инст есть, Старое Королевство. Там такое же сокрушение безликие кидают. Так, а портал мне куда поставить надо, чтобы мне я понял. У вас два тотема огнем воздуха, да?
Я понял, понял. Демилизован не достает. Слава, слышишь вопрос? А есть ли какой-то определенный таймер, когда он будет делать вот этот черепок, ой, крестик кидать? Чтобы мы могли заранее чуть-чуть сориентироваться и уже немножко распределенно стать. А вон ДБМ за 10 секунд начинает, короче, писать, таком будет метка. В прошлый раз в Ромалюгу попало и очень много отхилило. Но я внимания не обращал, сейчас посмотрю, будет писать опять или нет. Вот, если это сбитого, на конта сейчас будет. Сейчас, короче, Бармалюга агрос рвет, блядь. Я сальвой до него не достаю. И каз бей. Бармалюга, подойди ближе к боссу, я тебе сальву кину. Или пан, подойди к нему, кинь. А, уже все. И кричи на меня. Понял, извини, больше не буду. Нет, я просто один раз перепутала с другим костом и сбила, он там еще что-то кастует. Деньги, друг.
класс я могу зайти на ДК, мне не в принципе. А, разные КД. А так, я думаю, вы уже все знаете, что надо для убийства. Прочитай, Настя, в приключениях. Можешь прочитать, что Лужа делает? И все вопросы сразу отпадут. Сейчас я тебе линкану. Читай. А, типа Джага работает против него, если его Джага синий бьешь? Я не помню, там какое-то безупречное, какое-то правосудие. На ретрика, по-моему, что-то работает. Ну тут смотри, восстановление маны от почти всех природных эффектов невозможно. Дух гадюки, мудрое правосудие, ярость шамана и духовное созвучие сохраняют частичную эффективность. Скорость атаки ближнего боя снижена на 20%. Давайте последний тран. Да, снижено. Если вы из красного кружка выходите, по-моему, у вас будет кидаться сокрушение. Поэтому стойте ровно под жопой босса. Если вас... Если кинула лужу черную, из лужи черной хилы выходите. Потому что этот хил снижается. Ну и это. На следующую неделю там готовьтесь. Будем доходить до йога. И почитайте тактику на йогу. Хотя бы видео там посмотрите. Не с той меткой ты отпрыгиваешь. Да ты куда-то побежал, на мне метка, блять, различать научись. Рика, дамаж в лужу. Ты смотри, на кого крестик вешается, ты чё? Я пока не могу учить это заклинание.
кстати, босс не таунтится. Поэтому в Умане посмотрите базука выше Тагариуса. Еще 30 секунд, и я копию прожму, он будет обновить мне агро. Базук. Да хватит уже отлетать, ну. Да это копия была. Ну. Ну а это что, опять копия? Да, их три. Далеко не стоит, чтобы мы вот мы в луже можем не дотянуться до босса. Красный кружок забежите под босс, чтобы вас не кидало. Ждем лужу где-то. Вот. Порез я ману в лужу базуку в зеленый. А, резко можно, да, ману? Где сокрушение? Лужа исчезла, стопаем. Не понял, как ману резать. То есть надо зайти в лужу и потом начинать резать, там камни жрать или типа того. Она сама тебе урон наносит. Нифига, мне дамажило, но ничего не будет, что она. Давайте, выживайте. Заклинание.
Спан есть? Тагариус у лоха кинул. Нету. Рика захиньте. Хойл кинь. Я не могу до вас бегать. О, господи. Убежали. Ни хера эта лужа зеленая не работает. Прочитать это заклинание. Как просто лучше забежать, да? Бейте хуй, бейте босс. Пиздец. Да не беги ты за мной. Есть разложение. Да я хуй знаю, у меня маны нет, добивайте сами. Ты портал-то обновляй, когда выбегаешь. Чтоб потом это самое... Да маны нету. Точно. Ну, сейчас вообще можно идти убить. Сейчас уже точно все раздублились. Давайте сейчас постараемся. Я не знаю, я сам, блядь, с метками еле выбегаю. И если убьем, то убьем, если нет, то все. Или потом уж под конец. Конечно, Гера поможет. Чего вот он какой-то высасывание жизни делает, да, что он так хилится? Вот кидается метка. Все в 20 метрах вокруг от человека, кто стоит, они хилят босса. Он наносит там каждую секунду по 5000 урона. И восстанавливает 500% от того, что нанес урон. Метка-то метка, это я понял. А вот мы просто, когда мы метку вынесли, например, там с меня какой-то как будто жизненный сок кто-то тянул. Ну так это и есть. Это означает, что ты в рынже находишься с меткой.
Так, где же тут комментарии? А 15 ярдов радиус на похищение жизни эффект. Айсблок и другие иммунитеты удаляют этот эффект. То есть бабл, айсблок. 50 тысяч лечит за тик. Тут залупа написана. Это что он крадет, получается, на 1000%. А, да, на 1000% получается отхиливается. То есть, если он 5000 ровно нес, то себе отхиливает 50 тысяч. За каждого человека еще плюс 50 тысяч. Допустим, стрим мы не в рейнже 5 человек. Он весит 250 сразу за секунду. Но Зарик уже стреляет у нас прицельным выстрелом, да? Или он же у нас не этот, как он называется? Он же у нас выживание. Зарик, тебе задача сделать, как он называется, сейчас тебе скажу. Стрельбу. Нет, сейчас... А, у тебя сейчас с собой спек есть? О, другое дело. ПКД на боссе должно быть снижение от хила. Ставьте шкаф. Ой, не то. Да, я перед полностью щиты кинул, отопьюсь. Все. На этом много такой фарс, она развивается, короче, с него. Запомните, кастуем только в черной луже. Экономим ману. Да не беги за мной, ну видишь, на мне крест. Ты что делаешь? Румынский ты разведчик. Вуду чтоб поставил на следующем РТ. Рика, блин. А ну, в принципе, я вижу крест.
У меня просто, видишь, крест и базука, над... рот, смотри. Все, все, спокойно, спокойно, все спокойно. Блять. Дари. Азиан. Вытягивание в миле вообще не кидается, что ли? Почему так много вопросов? Давай босса убьем, а? На всякий случай еще раз скажу, в последний раз, что у нас стоит два тотема огневого воздуха. А какой там еще? На силу и ловкость, да? Нет, нужен на хаст для мили. Ну вот, какой шаман это может сделать? Тот, кто под боссом стоит? Неистовство ветра. Блин, газет. Короче, тут гимн резает ману. Единственный, кто... Рик, вот ты скоро раскол прожмешь, да? Yeah.
смогли. Что началось-то? Йога, хотите смотреть? Да, хотя бы разок пульнем и все. Интеллект, крит, это я не знаю кому. Вы не купили? Да не знаю, мне вроде неплохая. Ну как? Короче, если кому-то надо, будет у мини-купера шины. Да, его хранитель надо вызывать? Надо. Короче, я не буду пулять, Лёга, я, наверное, пойду. Это самое. По Йогу посмотрите. На Ютубе есть видео уже, как я задекатывал. Наш час съест. Этот. Короче, наверху 4 хранителя запускаются, там просто трэш еще бить, это долго все. Все, я пойду. Настя, что ты тут такое открыла?